В округе стартовала выездная смена для одаренных детей. Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников посещают мастер-классы, лекции и практикумы от преподавателей вузов и лучших учителей округа. Подробнее расскажет Богдан Колесников. 250 люберецких старшеклассников в период осенних каникул продолжают познавать мир знаний. Выездную смену для них провели в 41-й гимназии, которая вошла в тридцатку лучших школ Московской области. Мы абсолютно уверены в том, что, как в спорте, побеждает тот, кто больше тренируется. Побеждает тот, кто больше находит времени для того, чтобы ковать победу, выполняя задания. Я надеюсь, что наши сборы пройдут продуктивно, и мы пройдем еще одну ступенечку к пьедесталу почета. Со школьниками проводят занятия с углубленным изучением русского языка, литературы, истории, обществознания, математики, физики и биологии. Кристина Ефимова учится в 11 классе и планирует поступить в Сеченовский университет. Я очень люблю биологию, химию. Мне очень интересно эти дисциплины изучать, особенно анатомия меня привлекает. Мне хотелось бы, чтобы такие встречи были не только сегодня, но и каждые каникулы, каждый год. Не только для меня, потому что я 11 класс, мне это в следующем году уже не нужно, я уже выпущусь, но и для тех, кто будет после меня здесь учиться, потому что это очень полезно, познавательно, интересно. По секциям ребята занимаются не только с одним преподавателем, а это целая команда в составе преподавателей вузов и в составе лучших учителей городского округа Люберцы. Высокие результаты и баллы высокие на Всероссийской олимпиаде школьников – дают возможность поступить на ведущие вузы на бюджетное место. Выездную смену для одаренных детей в городском округе Люберцы проводят четвертый год. Занятия проходят в течение 5 дней. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.